44-летняя Шарлиз Терон, Чарлиза Терон, выступила с резонансным заявлением о своей связи с Харви Вайнштейном, Харви Вайнстин. Звезда сообщила, что не спала со скандально известным кинопродюсером. Обладательница «Оскара» также рассказала, как он домогался и притеснял многих популярных актрис. Терон заявила, что Вайнштейн рассказывал другим актрисам о сексе с ней и Рене Зеллвегер. По мнению блондинки, Харви часто прибегал к подобным психологическим манипуляциям, тем самым показывая, что получить роль через постель – это нормально. Актриса заверила, что никогда не занималась сексом с киномагнатом. «Он был действительно хорош в том, чтобы сталкивать женщин между собой», – сообщила Шарлиз в интервью The New York Times. Она также поделилась тяжелыми эмоциями от съемок фильма «Бомбшелл» – скандал, в котором сыграла главную роль. Лента рассказывает о трех женщинах, подвергающихся сексуальному домогательству со стороны руководителей информационного канала Fox News. Узнав о высказываниях кинозвезды, Вайнштейн прокомментировал их. «Шарлиз Терон – хорошая актриса, которая помогает делать фильмы великолепными и продаваемыми. И это единственная причина, по которой я нанял ее. Мы с ней всегда хорошо ладили. Я искренне удивлен, но ожидаю, что это будет реклама ее нового фильма и роли», пояснил бывший владелец Weinstein Company. Продюсер добавил, что Шарлиз полагается на слова адвокатов, которые предъявляют ему денежный иск. Харви необходимо выплатить 30 миллионов долларов, чтобы потерпевшие женщины и сотрудники его компании отказались от своих требований в суде. Судебные издержки и оплата труда его подчиненных составят еще 14 миллионов долларов. Вайнштейн был арестован в 2018 году по обвинению в изнасиловании. Кроме того, более 70 девушек подтвердили сексуальные домогательства с его стороны. В конце мая Вайнштейн попытался откупиться от жертв. Дженнифер Энистон призналась, что киномагнат заставлял ее носить платье его жены. Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от приставаний Харви.